Друзья, всем привет! На ВДНХ в павильоне Казахстан 27 июня прошло торжественное открытие с представителями казахской и других диаспор недели восточной культуры «Караван-парад». Я зашел, сделал пару фотографий и поснимал видео вот этого открытия. Вот, вначале музыкальный номер был, потом еще один музыкальный номер был вот на инструментах, я так понимаю, национальных, я не знаю, как они там правильно называются. Вот, а потом было еще, конечно, одно выступление, но пришлось его, к сожалению, вырезать. Вот как раз вы фотографии вначале можете посмотреть вот этих девушек, красивых в костюмах, которые пели, но YouTube сказал: «Ага, авторское право, да, хрен ты там чего выложишь», вот. Ну и пришлось, конечно, к сожалению, этот кусок вырезать. Но все равно большинство в этот такой мой мини-репортаж-влог вошло. Так что приятного просмотра. Сегодня вы можете наблюдать произведение тюркского искусства у нас в атриуме, а также насладиться творчеством наших артистов. Перед вами сейчас выступит Гульнара Успакова с песней «Гагарин». Друзья, мы в павильоне «Казахстан», здесь проходит мероприятие. Вот, это первое у нас выступление. Актриса споет. С чего ты взял, что она актриса? Певица, наверное. Актриса и певица. А-а-а.
Друзья, давайте поблагодарим Гульнару Мустафову за такое прекрасное произведение. Мы вас тоже. Спасибо, Гульнара. И сейчас мы встречаем кыргызский ансамбль коммунистов «Жаш Каял». Сейчас, наверное, танцы будут. Источник, да.